Итак, снова пацанская кухня. Здравствуйте. Наконец-то долгожданные пельмени. Вот. Ну все у нас готово. Замешано тесто. Сделан фарш. Сейчас будем мешать. Танкир! Приготавливаем поверхность для нашего комочка теста. Спинку! Так. Не маленький хуй пососешь. Но чем же нам его все-таки раскатать? Я вижу один предмет. Сейчас поиспользованы у нас пацанов в быту. Да, это та самая бутылка, пацаны. Это именно бутылочка пива. Ее, конечно же, моем. Снимаем этикеточки. Вот, мы оторвали стикеры. Чистенькая бутылочка. Так вот, вытираем руки. Бутылочку, чтоб не прилипало ничего. Оп-оп-оп-оп-оп. Это у нас готово. Теперь тесто. Все, конечно же, мы не будем раскатывать. Оторвем кусочек, необходимый нам. Допустим, вот такой. Небольшой кусочек. Обваляли в этой муке немножко. Берем бутылочку и поехали. Оп. Смотрите, как получается все. Потихонечку. Переворачиваем. И раскатываем. Вуаля! Все, никак не могли дойти руки для того, чтобы сделать эти пельмени. Это руки под хуй заточены. Вот так вот. Все, не хватало времени, пацанские дела, разборки, пьянки, понимаете. Что еще делать? Ну, еще в Голландии. Повторяю еще раз. Так вот дома, конечно же, не бутылочкой раскатывали бы все. Ну, в общем-то, у нас так получается такой блин. Лаваш. Ебаш, дядя, ебаш. Вот так вот примерно. Потом берем какую-нибудь форму, стакана, чтобы вырезать. И начинаем. Оп. Раз. Два. Три. И пошел. Ну и далее. Берется чайная ложечка. Берем фарш. Столько, сколько, конечно, формочка примерно. И залепливается. Чок-чок-чок-чок-чок. Подними повыше руки. И вот так вот. Вот получается у нас вот такие вот пельмешечки. Сейчас возьмем это все, положим на тарелочку. Аккуратненько. Вот так вот. Так все это делается. Сами видите. Ничего сложного нету. Так, ты вверх вниз рука веришь. Сюда. Ловлю твой пельмень. Оп. Кренделем. Пельмень готов. Вот еще один. Пельмени без спешки. Пельмешки. Пельмешечки под водочку. Вот такая легкая конструкция. Сделает любой. Если захочет. Вот так вот. Вуаля. Это с вами была пацанская кухня. Большое спасибо за внимание. Пока.